8 июля наша страна отмечает праздник «День семьи, любви и верности». Эта дата – замечательный повод собраться всей семьей, проявить особую заботу о своих родных и близких, ведь этому теплому празднику рады в любом доме. По доброй традиции, ежегодно глава района Заур Хамирзов поздравляет семьи, которые являются гордостью нашего района и примером для подражания подрастающему поколению. В этом году поздравление и памятный подарок от главы района принимала семья Девяткиных из Натырбовского сельского поселения. Алексей Анатольевич и Тамара Николаевна вместе уже 45 лет. Воспитали двоих детей. Тамара Николаевна работала медсестрой в неврологическом отделении. Алексей Анатольевич проработал в колхозе. Сейчас он владелец фермерского хозяйства. Я вас поздравляю вот с замечательным праздником День семьи. Замечательно, когда есть семья, дети, внуки. Вот. Это состоявшаяся семья, поэтому от души. От лица муниципального образования я вас поздравляю. Счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо. Спасибо большое. Чита Девяткиных поблагодарила главу района за оказанное внимание. У семейного праздника есть памятная медаль за любовь и верность, которая вручается 8 июля, и очень нежный символ – ромашка. Ведь этот полевой цветок издревле считался символом любви. Обладателями такой медали стали супруги Скрипниченко – Владимир Павлович и Екатерина Николаевна из Майского сельского поселения. С семейным праздником их поздравили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения. Екатерина Николаевна, Владимир Павлович, сегодня Всероссийский день семьи, любви и верности. Министерство труда и социального развития Республики Адыгея, Кашхабльский комплексный центр социального обслуживания населения искренне поздравляют вас с этим замечательным праздником. Мы желаем вашей семье достатка, процветания, любви, чтобы ваша семья только процветала. Самое главное – крепкого здоровья вам и долголетия, чтобы вы долго-долго жили в кругу родных и близких вам людей. С праздником вас! Спасибо. И хотим вручить вам, пожалуйста, цветы, символ сегодняшнего праздника – ромашки, но не было. Это самые любимые мои цветы. Да? Угадала. Да? Угадала. И вот такую вот медаль за любовь и верность. Это с Москвы прислали, всероссийская грамота. Заслуженно. Спасибо. Хотим поздравить вас. Спасибо. И небольшие подарочки. От спасибо нас большое. С праздником. Спасибо. Супруги Скрипниченко прожили душа в душу 55 лет. Их пример верности и гармонии вдохновляет нас, вселяет уверенность в незыблемости семейных устоев. Их ценят и уважают дети, соседи, односельчане. Дорогие мои соседи, вы родные, роднее родных. Понимаете, роднее родных. Настолько внимательные, настолько заботливые. В общем, я вас очень люблю и желаю вам доброго пути в жизни. Вы настоящая любящая семья. Любовь у вас еще не угасла. И хочу сказать такими словами. По-моему, сказал Осадов, не знаю, не помню. Уже старость наступила. Говорят, что седые не любят, не тоскуют, не грустят. Седые, как святые, на женщин и девушек глядят. О нет, у седой реки все тоже буйство. Та же глубина и ширина. О, как подводит седина, не избавляя от земного чувства. То есть чувства у этих людей, замечательных людей, которые таких детей на свет нам дали. А внуки у них просто замечательные. Поэтому я так волнуюсь, хотя вот так. В общем, я всех поздравляю, особенно моих любимых соседей. В числе награжденных медалью за любовь и верность были супруги Кушховы и Заулаби Чепсин. Хаджикасим Магометович и Шаймет Мухарбиевна вот уже как 50 лет живут в любви и согласии. Супруги воспитали 6 детей. Сейчас, сидя дома на пенсии, помогают воспитывать внуков. А их у супружеской пары 18. Иноба, день семьи, любви и верности. Праздник, еще всероссийский праздник. Министерство труда. Майкопом, Дадикошхабля, соцобеспечением, много поздравлять Хабрису. Фиунагор, Дахазапатину, Фиунагор, Бахуану, Фиунагор, Мамрвачи Башу, Гасочах,
ну, самое главное, псаунара бедерфи, узнича нарфи, офисовицкам фада тхажу, фижава квадра квадра, а ты на подхату после, вот там фигазоль чахудаху, в загусу дуне подливать. Мы с вами медаль дахари, Москва в Кураха, грамотная в усу. Так.